Всем привет! Сегодня с вами готовим диетические вкусняшки. Будем готовить миндальное печенье. Для этого я взяла миндальную муку. У меня здесь 150 грамм. 3 белка. И сахзам. Для начала взбиваем белки до пиков. Можно немножечко их охладить, тогда они будут лучше взбиваться. И вместе с сахзамом. Как понять, достаточно ли вы взбили белки, просто переверните форму, и видите, белки остаются в ней. Теперь понемногу добавляем муку в белки и медленно перемешиваем. Делать это блендером не рекомендуется. Вот такая вот консистенция должна получиться. 50 грамм муки я не стала добавлять, иначе будет очень густо. То есть на 100 грамм муки у меня получилось 3 белка. Вот такие печенюшки у нас получились разных форм. Очень, кстати, вкусные. И самое главное, что без сахара и без углеводов.